Замечательный рецепт чизкейка, приготовленного без выпечки и без желатина. Главное достоинство этого десерта в том, что он получается удивительно легким и нежным, приятной консистенции. Перед вами замечательный простой рецепт приготовления чизкейка без выпечки и без желатина. Готовится этот десерт на основе творога, сметаны, печенья и агар-агара. Готовый чизкейк прекрасно смотрится на праздничном столе, будь то день рождения, юбилей или другой праздник. Хорошего дня! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Печенье измельчаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом. Утрамбовываем печенье с маслом в форму для чизкейка, делая небольшие бортики, предварительно можно простелить бумагу для выпечки. В кастрюлю заливаем молоко, добавляем сахар и агар-агар, тщательно перемешиваем и доводим до кипения. Творог со сметаной разомните до однородной массы. Подписавшимся, больше вкусностей. Когда молочная смесь закипит, смешиваем ее с творожной смесью. Полученную смесь выкладываем на корж и разравниваем, ставим в холодильник на 3-4 часа. По желанию украсьте чизкейк ягодами и фруктами. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Печенье песочное, 350 грамм. Масло сливочное, 180 грамм. Творог, 400 грамм. Сметана, 350 грамм. Молоко, 200 миллилитров. Сахар коричневый, 150 грамм. Агар-агар, 2 столовые ложки. Фрукты и ягоды, по вкусу. Количество порций, 7-8. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До свидания.